Я хотел сделать Бэтмобиль по... Бэтмобиль был невероятно здорово сконструирован. Они придумали нечто совершенно уникальное. Такой машин... Это Бэтмобиль, машина, которую мечтал. Примитивной модели из пластилина. И сказал, типа такого. Это было очень грубо, больше напоминало круассан, а не авто. Но я знал, что если мы сделаем это и покажем людям, они или поймут, или мастерскую в гараже Криса. Атмосфера была, как в киношке. И начали с того, что я называю бить модели. Мы начали делать автомодели. Он объединяет черты истребителя, черты Ламборджини, черты Хаммера и другие собранные вместе части. В этой невероятной комбинации. Забавно, что мастерство тоже было хорошее. Эволюции. На этом построил одну, и я посмотрел на нее. Я делал предложение или сам вносил кое-какие изменения. А потом 5. На его конструкцию ушло 8 недель. Когда сценарий был готов, мы представили не только его, того, как будут выглядеть мир и Бэтмобиль, чтобы на Warner Bros. Получили полную картину. Этот изначальный прототип 90% завершенного варианта Бэтмобиля. Мы отвезли эту модель в Англию. Мы нашли классных ребят, которые сделали ее в полную размер. Настоящая машина, а не красивая игрушка, которого шаблона. Ставишь шасси, строишь кокпит вокруг водителя и пассажиров, строишь все. Машины особенная, нет передней оси. Ничто не держит колеса традиционным способом. Колеса нужно держать снаружи. Это было. И 3, 2, 1, поехали. Крис описал открытые кабины, как раскрывающиеся лепестки. Мы несколько раз не пошел. В итоге механизм был таким, что ветровое стекло уходило в крышу. Затем вся крыша сама уезжала назад, а два сиденья поднимались. Делать это все было кошмаром. Нужен вид. Это 9 футов и 4 дюйма в ширину, а в длину 15 футов. Высоту около 5 футов, думаю. Вес 2,5 тонны. Почти полтонны при этом задняя. Энди и Джим собираются побить наземный рекорд. За 2 недели до начала съемок мы получили первый прототип без кузова. Просто двигатель на работающем шасси. Ее на скрытые дороги. Смотрели, что ломается, что не ломается. Понемногу тестировали ее, ездили по прямой. Потом... Можно играть Бэтмена, но пока ты не каскадер за... У машины был огромный потенциал. Моя работа проста. Если они говорят, что тестируем каждый эпизод, измеряя место действия. На взлетно-посадочной полосе, прежде чем отправиться на место. Чтобы выявить проблемы до того, как попадешь на место съемки. Где уже ждет оплачиваемая съемочная бригада. Это... Мы так много практиковали прыжок машины, проверяли, как машина реагирует в воздухе, каков баланс, нужно ли поставить на нее спойлеры. Мы пытались убить эту машину. Это мы и пытались сделать, довести ее до предела. Я ждал, когда что-то не сработает. Она приземлилась и тут же поехала. Прошу, запустите камеры, снимаем. Машина 305, дубль 1. 3, 2, 1, мотор. Такой машины я бы тоже не отказался. Автомобильная погоня. Очень редко авто при съемке трюка разгоняют. Более чем на 50-60 миль в час, а мы взяли Бэтмобиль и разогнали его до 80. Подход к тому, как снимать Бэтмобиль, сводится к устройству всемогущая рука. Это Мерседес роботом на кране. Что делает такие кадры? Что не снять никак иначе при движущейся машине. Режиссер находится в Мерседесе, на котором кран с рукой. И который летит 100 миль в час. Бэтмобиль летит 100 миль в час. И ошибаться нельзя. Хоть одна Джордж вел машину так, как я никогда еще не видел. Завали ее и разбили стекло. Но в итоге она полностью на ходу. Так через водопад и приземлиться. Три, два, один, мотор. Порядок.
Да, если Джордж в порядке, то все хорошо. Приземление в пещере летучей мыши реально на кабель, не пускающий ее дальше 80 футов. Просьба всех очистить площадку и занять свои позиции для съемки. Так, прошу всех приготовиться. Запускайте камеры, пожалуйста. И 3, 2, 1, мотор. Все, что мы там делали, было по-настоящему. Все такое настоящее, как в те времена, когда даже в буллите, французском связном или Ронине, все делалось. Она работала. Мы еще раз все это снимали, я бы все сделал так же. Мы довольны тем, как все это прошло в целом. Скорость управления, все.